Биткоин кэш по-прежнему дорожает, отыгрывая прошлые потери. Альтернативные криптовалюты также дорожают, эфириум, на 10,63% до $706.6, Ripple, на 6,9% до $1.3, биткоин кэш, на 7% до $1474.94. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $430.9 миллиарда. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют. В то же время инвесторы оценивают новости из Ирана. Так, Центробанк страны сообщил о том, что использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях Ирана запрещено. Данное решение было принято в конце 2017 года, однако заявление ЦБ опубликовал в воскресенье.